И та часть, которая дошла до Европы, вот это хан Аспарух, да, хан Крум, они отвоевали довольно значительную часть Европы и потом стали вот, постепенно, вот, это была уже древняя Болгария. Я хотел бы, вы знаете, на самом деле, пока славянские нации говорят на кириллице, да, ну вот Кирилл и Мефодий, да, это основатели кириллицы, я верю в то, что вот славянские нации, они будут непобедимы, несокрушимы, потому что вот в этом тексте, в самой кириллице сокрыт шифр, обращение самого Бога к человеку. Я прочитаю на старославянском языке текст послания старославянской азбуки кириллицы. То есть, что сокрыли Кирилл и Мефодий вот в этой азбуке. Азбуке. «Я, Бога единого, язык букв ведаю гласящих. Доброта есть суть жизни, зело земли и же свет Бога. И, как о люди мыслите наши покрещенные, он им порядком червоных черт пишутся рече слова твердого указа Творца, рукою правоверного раба последнего от церкви истины в молчании тишины святое Евангелие читайте». Это то, что сокрыто в кириллице. Можете себе представить? То есть четкое обращение человечеству. И вот этот текст, он сегодня, можно так сказать, сокрыт, конечно, да, мы не можем это как бы вот так, но мы все должны понимать, что когда мы говорим на славянском языке, неважно каком, это русский, это может быть украинский, это может быть болгарский язык, это все славянские языки, мы говорим на языке, в котором зашифрован очень мощный текст, послание к нам, которое нас, можно так сказать, делает непоколебимыми. Вот. Моя задача не является в том, чтобы какую-то нацию там превознести, какую-то нацию, наоборот, как-то опустить, не дай Бог. Но я просто сегодня больше о том, что славянская нация – это великая нация тем, что она, пока она сокрыта в единстве с Богом и друг с другом, это, знаете, такая непоколебимая нация, которую вот как-то так потрясти, ну, то есть примерно так, ну нас не трогайте, мы вас 100 лет не тронем. Это спокойная нация, которая на самом деле, с одной стороны, она хранит мир, она не агрессивная, да, ну, то есть сколько раз нападали, да, ну, вот, славянские нации, они не отвечают как-то вот агрессию на агрессии, там, завоеваниями, ну, вот просто нас не трогайте, да, мы вас 100 лет не тронем. Но если вот тронете, то, как вот говорил Александр Невский, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. И поэтому просто... Я бы хотел еще раз подчеркнуть вот эту мысль о том, что мы не ратуем за какую-то нацию, или там мы на самом деле не превозносим какую-то нацию выше другой нации, но языки, которые связаны с кириллицей, нации, которые связаны или которые говорят на кириллице, люди, которые говорят на кириллице, в них сокрыт Божий шифр, который, можно так сказать, вот мы сейчас проходим эту тему, он выстраивает нашу ДНК. Вот, таким образом, что просто очень хороший иммунитет выстраивается. Поэтому поздравьте друг друга, да, о том, что мы говорим на одном из великих языков. Да, сегодня мы говорим на русском или на болгарском языке. Да, ну, это прекрасно. Прекрасно, что мы говорим на Божьем языке, который изначально создавался для того, чтобы просто на уровне генетики что-то в нас просто вот так зашифровать. Я считаю, что это хорошо. Слава нашему Богу. Давайте мы сегодня просто встанем, помолимся нашему Богу. Господь, я верю в то, что есть одна нация на земле и на небе, которая несокрушима, которая уже ходит в победе. Эта нация, она получила название по Евангелию, что в Антиохе они первый раз стали называться христианами. Я верю в то, что христианин – это нация. Христианин – это небесное гражданство. Наше гражданство не здесь, на земле, наше гражданство, оно там, на небесах. И наш царь царей, и президент президентов, Бог богов и Господь господствующих – это наш Господь Иисус Христос.
и все нации, которые равняются, все нации, которые просто читают Евангелие, нация славян, например, в кириллице, которая сокрыта, читайте Евангелие, люди, читайте Евангелие, тогда спасетесь. Вот этими истинами. Я верю в то, что славянская нация, она просто вот генетически настроена на христианскую нацию. И это, Господь, очень великое благо. Нам никогда не надо это забывать. И, Господь, когда мы настроены вот так, Господь, когда мы читаем Евангелие, когда мы прониклись Словом Божьим, когда мы почитаем Иисуса Христа Царем и Господом и Богом, то мы блаженный народ. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Так Слово Твое Божие говорит, Господь, очень. И эта нация, Господь, любая нация на земле, которая отождествляет себя с Иисусом Христом, это непобедимая нация. Даже если эта нация находилась в рабстве, Господь Отче, эту веру не победить. Болгарская нация находилась более 500 лет под турецким, под османским игом. Но они выжили благодаря тому, что они сохранили веру отцов. Сохранили веру в Иисуса Христа. Только благодаря этой вере эта нация сумела сохранить свою генетику, свое ДНК. Аллилуйя, Отец. И я хочу поздравить сегодня всех болгар за то, что они когда-то просто поверили Иисусу Христу, и благодаря вот этой вере они выжили когда-то, сохранили свое достоинство, свою честь. Я хочу поздравить всех славян, что мы сегодня говорим на этом прекрасном языке, который получил название кириллица, что в этом кириллице, Господь Отче, сокрыт код обращения Бога к человеку, что до тех пор, пока ты будешь верить в Бога, до тех пор, когда ты будешь читать и верить Евангелие, ты непобедимый человек. Даже, может быть, если все вокруг будет рушиться, Господь Отче, и войны, и моры, и глады, как Ты, Иисус, предупреждал нас, Господь, мы все равно находимся в победе, потому что даже если мы что-то недополучим здесь на земле, на небесах нас ожидает великая награда. Для нас уже построен золотой небесный город, который имеет название Иерусалим, Золотой Иерусалим. И Ты, Господь Отче, уже построил для каждого из нас какие-то определенные такие дома, чертоги, приготовил для нас место. Ты это обещаешь в Евангелии от Иоанна, и ты обязательно это исполнишь. И, Господь, очень мы благодарим Тебя за то, что у нас есть место, к которому мы стремимся, что у нас есть небесное гражданство, за то, что у нас есть самый справедливый царь, самый праведный судья. Если мы, Господь Отче, были судимы здесь на земле неправедно, там на небесах мы будем оправданы. Аллилуйя, слава Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя за эту честь, это достоинство называться христианином, верить в Иисуса Христа, говорить на христианском языке, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, мы Тебя благодарим и славим, Господь Отче, за то, что когда-то славянские нации отстояли свое достоинство, свою честь. И русская, и украинская кровь, и болгарская кровь пролились вместе. Там на Шипке, там под Плевеном. Тысячи болгар, ну, может быть, не тысячи, может быть, сотни. Тысячи русских, украинцев пролила свою кровь за свободу, чтобы сегодня болгарская нация была независима. Чтобы эта свобода, Господь Отче, аллилуйя, Отец. Она сегодня, Господь Отче, аллилуйя, Отец, была в этой стране, чтобы люди, болгары, они были свободными. За эту свободу была заплачена дорогая цена. Болгарская, русская, украинская кровь. Господь, удали, Господь, всякое кровопролитие сегодня, Господь Отче, всякие братоубийственные войны. Дай, Господь Отче, вновь объединиться. Вот в этой вере, которая нас объединяет, вере в Иисуса Христа. Слава Тебе, всемогущий Бог, Господь Отче. Аллилуйя, Отец. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет аминь. Аллилуйя. Давайте мы поклонимся нашему Богу сегодня. Аллилуйя, Церковь. Готовы прославить Господа? Приготовили свои сердца, приготовили свои ладони. И давайте прославим нашего Господа. Я открою сердце дверь. Воспою тебя теперь. Все во мне пускай поет.
славу Богу воздает, всю славу Богу воздает. Над землею облака, так надо мной твоя рука, с тобою не боюсь, все смогу в тебе, Иисус, все смогу в тебе. Живой. Ты Бог мой, нет другого,
веру, которую Ты в нас вселяешь, которую Ты нам даешь. С Твоей верой я готов идти по этой жизни, делая каждый шаг в Твоей вере, делая каждый вдох в Твоей вере. Я буду идти. Я буду идти, делая каждое движение в Тебе, делая каждый шаг в Твоей вере. Провозгласи, что я иду верой в Иисуса Христа. Верой, живу, верой, верю в Тебя, Господь. Иду верой, мой шаг, верой, живу.
Тебя, Господь, верю в Тебя, Господь, верю в Тебя, Господь, верю в Тебя, Господь, верю в Тебя. За каждый наш шаг в Тебе, Господь, в Твоей вере мы Тебя благодарим. Мы говорим Тебе спасибо, Боже, за каждую капельку крови, которая была пролита за нас. Аво, Отче, мы говорим Тебе спасибо и признаем, что сила, Господь, это сила в Твоей крови. Аллилуйя Тебе, Господь. Сила в Твоей крови, Иисус. Сила в крови. Сила в крови Христа. Мне больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови Христа. За жертву твою благодарю тебя. Твоими ранами твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами, твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Крови Христа. Силу, которую ты нам даешь. Сила в крови Христа. Мы благодарим. Нет больше любви, чем любовь твоя. Сила в крови Христа. За жертву твою благодарю тебя. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Твоими ранами исцелен я, твоими ранами исцелен я, верю в силу пролитой крови. Драгоценной кровью своей Эммануил искупил. Драгоценной кровью своей искупил каждого из нас. Искупил, купил. Драгоценной кровью своей Эммануил искупил. Драгоценной кровью своей ценной кровью своей Эммануил искупил. Драгоценной кровью своей искупил меня Иисус. Искупил драгоценной кровью своей Эммануил искупил. Драгоценной кровью своей.
Господь, мы исцелены. Дорогой Иисус, мы говорим Тебе спасибо за то, что Ты прошел этот земной путь и показал нам, что можно жить небесами, можно жить обетованиями, которые Ты нам даровал, Господь. Аллилуйя. Славный Господь, мы преклоняемся сейчас перед Тобой и благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою добровольную жертву, которая была принесена. Отче, мы призываем сейчас Твое имя на это место и просим, пройди, пожалуйста, по каждому ряду, прикоснись каждому сердцу, Господь, заключи в объятия каждого. Мы просим Тебя, прикасайся к нам. Прикасайся, обнимай и говори с нами, как Ты это умеешь, своим тихим, нежным голосом. Господь, пусть Твое присутствие здесь сейчас исцеляет наши сердца, исцеляет наши души. Прикоснись ко мне. Ко мне и меня покрой, я хочу одеться светом, наполняй меня, пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой, ты любовь во мне. Иисус, я Твой. Только Ты один. Только Ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь. Небеса открой и приди ко мне. Напои меня вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею, Иисусом Христом. Прикоснись ко мне, прикоснись ко мне, и меня покрой, я хочу одеться светом. Наполняй меня, пусть течет рекой. Твое слово вечной жизни и поток воды живой. Ты любовь во мне, Иисус, я Твой. Только Ты один можешь мне помочь, разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею, Иисусом Христом. Вечностью дыша, близким будь всегда, каждый миг пусть будет новым. В святости любви расцветай, душа. Никогда не перестанет твоя реальность для меня. Ты моя любовь, первая моя. Только Ты один, мой Бог. Только Ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь. Небеса открой и приди ко мне.
корми меня жизнью своею. Только ты один, Господь, только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Корми меня жизнью своею. Только ты один, мой Бог, только ты один можешь мне помочь. Разгони, Господь, эти тучи прочь, небеса открой и приди ко мне. Напои меня святым вином, посади меня за своим столом, накорми меня жизнью своею, Иисусом Христом, Иисусом Христом, Иисусом Христом. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Твое тело терпело и было преломлено, за то, что Ты пролил свою драгоценную кровь, чтобы мы были свободны, чтобы мы имели эту привилегию, честь быть Твоими детьми, чтобы ничто нас не отделяло от Тебя, чтобы мы имели эту благодать. Твоей любви. Иисус, за кровь Твою я Тебя благодарю, что пролил Ты на кресте. Ты был мучим и страдал, за меня Ты жизнь отдал. Свободен стал, знаю, что нетленным золотом и серебром был искуплен от греха. Знаю я, что нет цены Иисус Твоей крови. Ранами Твоими исцелен, милостью прощен, благодатью я спасен. Не забуду никогда, какова кровь Твою я Тебя благодарю, что пролил Ты на кресте. Ты был мучим и страдал, за меня Ты жизнь отдал, чтобы я свободен стал. Твоей крови, Твоей крови. Ранами
Сейчас это место. Наполни, пожалуйста, это место и это время своим присутствием, Господь. Позволь нам открыть свои сердца, Господь. Позволь открыть свои духовные глаза и уши, чтобы внимать Твоему Слову, внимать Твоему голосу, Господь. Вложи, пожалуйста, сейчас в нас Твои свежие новые откровения, Господь. Вооружи нас на каждый день, Боже. Дай нам, пожалуйста, напитаться от Тебя Твоим живым хлебом, живым словом, живым и новым откровением прямо с небес, Господь. Благослови, пожалуйста, проповедующего Твое Слово. Говори через Него, Господь. Являй, пожалуйста, сейчас Свою славу, Свою милость и Свою благодать, Господь. Дай нам применять Твое Слово в нашей каждодневной жизни, Боже. Дай нам гореть по Тебе. Дай нам, Боже, светиться. Светиться Твоим светом, Господь. Являть этому миру Твой свет, Твою истину, Твою жизнь, Господь. Дай нам быть чистым, правильным и верным письмом этому миру. Твоим письмом, Господь, Твоим посланием. Мы уповаем только на Тебя. Благодарим Тебя за все. Все отдадим в Твои нежные, любящие руки. Наш Господь, молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет аминь. Аминь. Воздайте славу Господу. Аллилуйя! Пожалуйста, присаживайтесь. Слава Богу за нашу прекрасную группу прославления. Аминь. Недавно ученые выясняли, кто является главной музыкальной группой, и выяснилось, что это бас-гитарист. Он так незаметно вот, как бы ведет группу. Вот, поэтому у меня так коротко слова благодарности Косте Наму, да, что он так вот, ну просто без него действительно как бы прославление теряет свою глубину. У нас в составе нашей группы появился новый соло-гитарист. Это Макс Васильев. Слава Богу. Ритм-гитара у нас Антон Тиджетов и бэк-вокал, да, и Марьяна Тиджетова. Они приняли решение переехать, и они вчера буквально переехали в город Варну из Червен. Для того, чтобы стать частью нашей церкви, чтобы уже вклиниться, встать в ряды и уже нести такое полноценное служение. Поэтому мы их приветствуем. Аминь. Слава нашему Богу за... У нас что не член группы для прославления, то звезда. Я считаю, что ну, вообще там группы, там никак, эти музыкальные группы этого мира, они просто вообще даже рядом ставить их ни в коем случае нельзя. Потому что они там что прославляют? Ну, грех прославляют, да, дьявола прославляют, людей прославляют, ну, всякие какие-то глупости. А вот наша группа прославляет живого Бога, да, вот это я понимаю. Слава Богу. Давайте мы прострем на
наши руки на будущих прославителей, будущих левитов, будущих царей, каждой своей области, будущих священников. Слава Тебе, всемогущий Бог! Мы благодарим Тебя за то, что, Господь, мы имеем эту привилегию с этого нежного возраста вкладывать эти святые истины, Господь, в эти сердца, Твое святое Слово. Пусть Твой Святой Дух сходит, Господь Отче, на благодатную почву, Господь Отче. Пусть хорошее основание, Господь, будет заложено, Господь Отче. Есть только одно основание – это наш Господь Иисус Христос. Пусть с этого возраста развиваются тесные, близкие взаимоотношения с Тобой. Пусть наши дети лично знают Тебя, Иисус. Лично обращаются к Тебе по имени. Ты каждого из них знаешь по имени. Говори с ними, Господь Отче. Во время отдыха, во время учебы, Господь Отче, открывайся им могущественно, Господь Отец. Да будут они Твоими детьми. Аллилуйя, Отец. Дай им знать Тебя не через своих родителей, но непосредственно, Господь Отче. Тебе за все слава, честь и хвала, Владыка. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. И народ Божий скажет аминь. Слава нашему Богу. Золотой стих. Все. Дети просто требуют микрофон. Так. В очередь. Так, давайте по очереди. Я есть. Не работает? Слышно? Погромче, поближе. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аминь. Аминь. Я есть пастырь добрый. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аллилуйя. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аллилуйя. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Аллилуйя. Спасибо. Злата. Аминь. Аминь. Слава Богу.